Цикл документальных программ об истории Казахстана планирует снять известный путешественник Сапар Искаков. Он побывал в более чем 125 странах мира, покорил южные и северные полюса. Для создания уникального фильма Сапар Искаков отправится в экспедицию по всем областям Казахстана, государствам ближнего и дальнего зарубежья. Автор проекта намерен посетить исторические и археологические памятники, взять интервью у исследователей и ученых. Отмечу, всего в планах создать около 50 программ о становлении государства в Великой степи. Цикл под названием «Улла Даланын Мәңгілік Елі» будет посвящен 25-летию независимости Казахстана. Наша задача основная, я вот хотел сказать, что раскрыть глаза молодежи, что у нас история, наша культура была на самом высоком уровне. Европейские путешественники рассказывали, что по шелковому пути есть такие города, которые их поражали.